И всем привет, ребята, с вами Avior64K, и сегодня меня заблокировали, но вы видите то, что все нормально. Это просто я сделал для ролика все. И дальше будет только интереснее. А сейчас я поднимусь наверх, и мы будем начинать. Я начинаю! Стоп. А как спуститься-то отсюда? Я что, падаю? Где я оказался? Психушка. Мы попали в психушку. Привет. 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 Ты кто? Это я, твой друг Арсений. Ты серьезно сейчас? Хеликоптер. Нет, но вы видели? Арсений, что с тобой? Я не знаю. Короче, мы попали в психушку. Но это я уже знаю. Откуда мы попали в психушку? Где это находится? Мы находимся сейчас в пустыне. И мы отсюда упали на вертолете. Сейчас он сидит в ангаре специальном. Теперь я понял. А это что, вулкан? Да, это вулкан. А что? Я просто хотел тебе объяснить то, что очень важно. Нет. Он не злой. Он просто встал в своей кровати. Но он стоя спит. Давай, пошли. А Федя будет проходить сквозь двери? Чего?
Ну что, я сажусь в вертолет. И я. Ну все, я тоже сажусь в вертолет. Первую серию запишу и все.